Всем привет, мои дорогие друзья! Вы вновь на канале Top ICO, и мы с вами продолжаем обсуждать проект Boosto. Итак, поехали! В данном видеоролике мы с вами обсудим социальные сети проекта Boosto, их вот такое, так сказать, огромное количество, где Boosto только и не находится. Telegram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Reddit, YouTube, Medium и, конечно же, мои дорогие друзья, как я вам и обещал, мы с вами обсудим команду проекта, а точнее заглянем в профиль LinkedIn команды проекта и поговорим о ней и посмотрим, что там же и есть. И, конечно же, обсудим еще немножко адвизоров проекта и опыт их, так сказать, работы. Итак, мои дорогие друзья, поехали. Начнем с социальных сетей. Социальных сетей, так сказать, много, но обсудим, так сказать, основные. Это, конечно же, мои дорогие друзья, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram и, конечно же, Medium. Итак, поехали. Давайте начнем с Телеграма. В Телеграме у нас ни много ни мало 5500 человек, но это, наверное, даже очень хорошо, то что не очень много, так как по данному проекту не проходит никаких аирдропов, и все, кто находится в данном Телеграме, это заинтересованная комьюнити проекта Boosto, и они, возможно, ждут, так сказать, участия в ICO, которое вскоре будет уже запущено, а осталось уже совсем мало. Итак, мои дорогие друзья, давайте дальше. Twitter проект. В Твиттере у нас 5300 читателей, регулярно выходят новости, в среднем новости набирают по 30 лайков, то есть тоже такое небольшое количество, но все очень живенько выглядит. Фотографии с командой проекта, интервью, какие-то отчеты о проделанной работе и много-много другого всего интересного, мои дорогие друзья. Рекомендую заглянуть в Twitter проекта, если вы задумались над инвестированием в данный проект, ведь Twitter тут на самом деле крутой и все сделано в нем очень живенько, гладенько и красивенько. Итак, давайте заглянем в Facebook проекта. В Facebook у нас 3700 подписчиков. Ну, все вы знаете, что Facebook не сильно пользуется успехом у ICO, и в нем не собирается всегда много людей. Тут действительно какие-то фанаты Facebook, те, кто не вылазит, просто из него заходят. А так в основном все в Твиттере. Почему-то так сложилось с ICO, что все заходят именно в Твиттер. Количество подписчиков тоже довольно-таки большое. Количество лайков довольно-таки большое, количество репостов тоже большое. Тоже активность действительно большая у проекта Boosto в Фейсбуке. Итак, давайте продолжим. Инстаграм проекта. В Инстаграме у нас, мои дорогие друзья, 2200 подписчиков и тоже огромное количество фотографий с, так сказать, презентацией и других каких-то моментов от проекта Boosto.io. Итак, мои дорогие друзья, последний момент, это, конечно же, Medium. На Medium создан блог, огромное количество новостей, грубо говоря, в среднем по 10 новостей на месяц. За август вообще огромное количество новостей. И можно просмотреть сразу же ссылочка на сайт, так сказать, рекламная ссылочка. Итак, мои дорогие друзья, что бы хотел сказать про Medium, так то, что тут тоже действительно очень-очень хорошая активность, что тоже не может не радовать. Итак, продолжаем с вами обзор данного проекта. На этот момент застримся уже на команде проекта. Заглянем в их профиль LinkedIn, создателя проекта и маркетинг-менеджера. Ведь маркетинг – это двигатель прогресса, и маркетинг-менеджер играет огромную роль в, так сказать, проекте и очень ценится в команде проекта. Итак, создатель проекта Heidi Yu сразу же бросается в глаза, в шапке повсюду Boosto, то, что она сейчас работает над проектом Boosto и работает с января 2018 года по настоящее время. До этого у нее тоже были, так сказать, организаторские, основательские должности в других проектах и очень много еще интересных моментов у нее можно найти на странице в LinkedIn. Итак, давайте заглянем к маркетологу проекта Эдам Чарльз. Тоже сразу же видно, что он работает в Boosto.io. И
До этого у него такой же опыт практически работы, как и у создателя проекта HeyDU. Будем надеяться, что они уже знакомы давно, и у них, так сказать, идея создать этот проект тоже возникла очень давно. Итак, мои дорогие друзья, я надеюсь, вам было полезно и интересно мое видео. Напомню, что адвизоры проекта тоже довольно сильные. Есть адвизор, который участвовал в ICO Gift'а, также из Origin'а и, мои, конечно, мои дорогие друзья, из NEO, которое я вам показывал. Итак, всем спасибо за просмотр, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал и пока!